какие-нибудь опрокидыватели. Пультик. Как он, если что, снимается. Ну, в принципе, да, довольно легкая. Машину, любой багажник, не больше, как и описано, не больше чемодана. Соединяет на конечный день. Ну, как-то вот так она выглядит. Домашний вариант. В основном. Либо по торговому центру, по катушечке, либо по квартире, либо по ровному асфальту. Так симпатичный довольно. Пробег 20 километров на заряде. Довольно компактная колясочка. Пульт подсоединять не стали. Здесь сзади имеется кармашек. Удобненький. Здесь, видимо, находится аккумулятор. Да. Аккумуляторная батарея. Здесь ключики, либо еще что-то можно положить. Дополнительные тормоза, стояночный тормоз. Ну, а так очень легкая коляска. Пробег примерно на заряде 20 километров, ну, конечно, смотря от веса зависит пользователя. Вес до 100 килограмм, но опять-таки примерно килограмм 70-80, если, то будет довольно комфортно. Подлокотники легко поднимаются, чтобы пересесть. Вот такая колясочка, аккуратненькая, миниатюрная. Вес 20 килограмм. Довольно легко. Назад. Здесь отщелкиваем. Итак, друзья, мы вам показали новую колясочку Артоника Пульс 610. Обратно ее все аккуратненько упаковали. Сейчас едем в транспортную компанию деловой линии. Оттуда она поедет в город Самара к нашему клиенту. Звоните, пишите. Всегда рады